Сочинское подразделение ГИБДД – одно из самых больших в стране. В штате полка ДПС свыше 700 специалистов разных направлений. Это сотрудники, которые помогают раскрывать кражи автомобилей, искать скрывшихся с места происшествия водителей, заниматься материалами по ДТП и, конечно, инспекторы. Нести службу на дорогах событийного Сочи престижно, ответственно, а иногда и опасно. Ну вот недавно, что в Хосте слышали же вы, когда парень там с ножом напал на инспектора. Куда все ребята работали, догнали, остановили, он вышел и на инспектора с ножом. Ну, инспектор применил огнестрельное оружие. У каждого же дома семьи, каждый хочет вернуться домой целым, невредимым. Парень не вернулся домой, уехал в больницу на реанимацию. Много чего происходило. Каждый день что-то происходит. Партнерам по работе и хорошим друзьям в жизни есть о чем рассказать и что вспомнить. В круговороте событий, независимо от времени года и погодных условий, вот уже 5 лет находятся инспекторы Олег Дегтярев и Владимир Шестаков. Выявлять нарушителей правил дорожного движения, любителей скрываться за темными стеклами своего авто, выезжать на места ДТП, задерживать преступников, участвовать в погоне – все это для сотрудников ГИБДД ежедневная работа. И профессиональный праздник ничем не отличается. От участников дорожного движения инспекторы слышат в основном претензии, а вот коллеги и руководство всегда поднимут настроение. Хочу обратиться ко всем нашим сотрудникам, к ветеранам, к их семьям, поздравить их с этим праздником, пожелать всем крепкого здоровья, удачи и мирного неба над головой. Сотрудники ГИБДД активно принимают участие в других праздниках. На День Победы проводят красочные флешмобы. 8 марта автоледи получают от них красивые букеты. Инспекторы также посещают детские сады и школы, рассказывают ребятам о правилах дорожного движения, проводят соревнования и даже становятся донорами. Накануне Международного дня защиты детей все сочинские полицейские прошли процедуру сдачи крови. Разнообразие в ежедневную работу полицейских также вносит и проверка на профпригодность. Все сотрудники УВД сдают экзамены по теоретической и практической части своей службы. И каждый раз их результаты подтверждают Сочи под надежной защитой. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.